А я думаю, слышно. Но я к ним не пойду, раз они там ошиваются так долго. Я надеюсь, мой велик не скоммунизит, пока я тут поднимаюсь, спускаюсь. Прошли. Один даже поздоровался. Сам. Опять там какие-то люди остались. Я так поняла, что они как-то ловили рыбу. Ну, что-то сегодня очень шумно и многолюдно в этом месте. Святой отец с тремя пацанами прошел. Поздоровался со мной только один пацан. Святой отец, видимо, совершенно не православная, меня как-то так очень проигнорил. Ну, я как бы не помру от того, что со мной святой отец какой-то не поздоровался. Я на это и не претендовала даже. Тут кто-то на лодке приезжает, как давно вообще на моторной лодке не ездила. У нас у дедушки раньше была. Мой велик, уже конкретно мой первый велик, мой личный первый велик, осознанно мной купленный, которому уже 3 года. Ну, 3-е лето ему, короче. Все-таки я спускаюсь, а тут вроде как люди свалили, можно безболезненно записывать. Мусор. Может, в следующий раз, может, в четверг, потому что я завтра обещала с девочкой с одной съездить до тети Вали. В четверг, наверное, если погода нормальная, надеюсь, будет, съезжу сюда. Может, взять какую-то шмотку с собой, потому что сначала было солнышко, уезжало, было 22 градуса в тень, сейчас не знаю как. А потом облачко за тучку, в смысле солнышко за облачко. И как-то уже немножко попрохладнее. Хочу, короче, вот здесь прокатиться. Велик только надо будет пускать. Тут такие мазки. Ну, я помню, что их сделали. Ну, сейчас я не буду уж рисковать спускаться. Тут, в общем, проходят теплоходы, музыка слышна была. Ни один прошел, такие волны. Я забыл, что у теплохода бывают такие конкретные волны. Сразу как-то по ощущениям вспомнился. Гейшип. Я как раз вчера смонтировала 3 ролика. Не тайпила еще ничего, я там не занималась. Ну, что-то вот как-то у меня вчера плюс еще день практически в трубу вылетел. Ибо получилось, что пришлось, ну, не совсем... Ну, допустим, есть какие-то дела, которые хочется одной делать. Ну, присели мне на хвост и ушки. Ну, я чуть подумала, что, может, сначала надо как-то немножко разгрузить системник, в смысле, этот ноутбук, флешку, диск, и помонтировать. Сделала один ролик
тестово ради, просто в хорошем качестве на авто режиме. Там еще какой-то, я забыла, ВБР, что ли, лучшее. Потому что одно берет очень большой масштаб, 10 гигов у меня файл исходный вышел. А тут 2 с чем-то. И качество, в принципе, одинаково. Ну, как бы качество исходное не теряется. И смысл файл делать огромным, учитывая, что потом с компа это заливать все, тоже как бы не суть важно. Вышла сегодня тут в интернет и с приложения ютубного творческой студии смогла комменты ответить, и в инстаграм даже фотки залить и почту проверить, и внезапно зашла в Cookpad. Вообще доверила человеку закинуть сегодня рецепт из черновиков. Ну, были, конечно, сомнения, но человек справился. В общем, прошел очередную проверку на вшивость. В следующий раз буду не отвлекаться от дороги, там я где-то то останавливалась, то еще что-то, сразу сюда проеду, прокачусь тут, погуляю, а потом уже, если приспичит, то в магазин за мороженкой. У меня тут традиция, если у меня получается на велике выбраться летом сюда, то я вот здесь ем мороженку. Правда, в прошлом году был велик не мой, а соседский. Вот тут вот. Вообще тут есть тройная мусорка с перерабатываемым мусором. Я в прошлом году снимала, еще записывала. По-моему, все-таки ремонтировала что-то. Где эту мусорку видно. Секшн снимала и с Соньки фотика. И вот тут периодически попадается. Я свою бумажку от мороженки положила стабильно к себе в пакет. И дома уже у себя выкину. А, что-то такой звук был, что я даже дрогнула. А тут что-то как-то... Люди не блещут, некоторые, видимо, таким. Моя береза, такое ощущение, что она как-то понизилась, будто и земли присыпали. Я раньше к ней дядь Бурин берег ставила, а мой вот теперь вот здесь так стоит. Ветки у нее как-то опустились. В общем, как-то она к земле поближе внезапно стала, хотя рост у нее все тот же. Может, не буду много тут снимать. Может, следующий приезд возьму уже экшн-камеру, хотя я на нее, в принципе, снимала, насколько мне помнится. Но чисто вот для сравнения на видеокамеру примерно тот же кусок. Правда, с другим великом.